Всем привет. У нас снежок выпал. Все белым-бело. Мне откликается мысль о том, что в наше поле попадают люди, с которых нам надо встретить. И вот когда кто-то переживает, а вот я... А что, если я больше не встречу какого-то там человека? Ну, и мне откликается мысль, что если есть такая необходимость, обязательно встретишь этого человека. Также и все события, которые с нами происходят, тоже необходимы в нашей жизни. Тоже вот есть такая теория, что наша душа, она когда приходит на эту планету, то она выбирает тот опыт, который она хочет прожить. И мне нравится тоже эта мысль. Почему? Потому что таким образом я беру на себя ответственность за все, что происходит в моей жизни. То есть автоматически я перехожу из категории жертвы в этой жизни в категорию Творца, что это я сам сделал выбор тех ситуаций, в которых я сейчас нахожусь. И, соответственно, я могу на них влиять. И тут тоже идет ответ на вопрос, когда кто-то спрашивает, почему я, например, вырос вот в такой-то семье или в таком-то городе. Потому что именно эта ситуация, именно эта семья, эти люди, то место, где ты находишься, помогает максимально открыться твоей душе, максимально проявиться, пробудиться. Вырос бы в идеальных условиях, как тепличное растение, и не знал бы, что ты из себя представляешь. А так, когда ты прошел весь этот опыт, ты таким образом выполняешь свою миссию на земле, свое предназначение, помогая другим людям тоже развиваться и делая этот мир лучше. Если вам откликается, ставьте лайк, подписывайтесь. Также делитесь своим опытом в комментариях, как у вас это в жизни происходит, как вы растете. Кстати, такая луна на небе. Не знаю, будет видно, не будет. Воу! Полнолуние! Всем пока!